Весна – пора субботников. Несмотря на то, что общероссийская уборка пройдет 24 апреля, некоторые организации и жители Ненецкого округа уже вышли на улицы, чтобы сделать Нарьян-Мар чище. Далее продолжит наша коллега Елизавета Кабанова. Сахалинский лес – сокровище нашего города. Здесь растут красивые ели. Однако каждую весну, как только сходит снег, из-под сугробов вылезают отнюдь не подснежники. Мы открываем череду единого всероссийского субботника. Открываем его сегодня. Пригласили учащихся 5-й школы для того, чтобы они почистили лес, территорию леса, которую мы выставили на конкурс на комфортную городскую среду, чтобы они познакомились воочию с этим лесом, еще раз прошлись по нему. Школьники разных возрастов объединились, чтобы убрать мусор, который не только ухудшает внешний вид леса, но и портит его экосистему. Покрышки, доски, различный мелкий мусор. И это только малая часть того, что ребята убрали на субботнике. Много мусора? Да. Очень. 3 мешка насобирали уже. 4. 4. И вот это. А расскажите вообще, как вот вы относитесь к тем людям, которые разбрасывают мусор? Они плохие люди, очень плохие. Очень отрицательно. Школьники не единственные, кто присоединился к уборке леса. Члены ТОС «Сахалин» также приняли участие в субботнике. На субботник мы сегодня вышли, потому что хотим здесь сделать что-то на вроде парка, чтобы народ мог красиво отдыхать. Место здесь потрясающее. Вот таких елок вы, наверное, уже нигде в Нарьян-Маре и не увидите. Стоит сказать, что члены ТОС «Сахалин» выходят убирать лес ежегодно. В 2021 году активисты решили присоединиться к Всероссийскому субботнику. Еще один экологический десант планируется уже после паводка. А уже завтра сотрудники различных департаментов города устроят уборку общественных и придомовых территорий. Основное – это дороги, да, то есть это мусор, который на дорогах, потому что во дворах все-таки это обязанность управляющей компании вместе с жителями. Также управляющие компании должны были все уведомить на досках объявлений граждан о том, что у нас. Ну и вообще всех призываем 24 числа выйти на всероссийский субботник. Основной субботник пройдет 24 апреля в парке «Юбилейный». Помимо самой уборки, жителей будут ждать различные конкурсы. А чтобы делать территорию чище было веселее, для нарьян-марцев подготовили музыкальное сопровождение. Давайте сделаем Нарьян-Мар чище. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, телеканал «Север».